Птицефабрика «Боровская» расширяет розничную сеть. Компания открыла новый фирменный магазин. Там покупатели могут встретить эксклюзивные продукты, которые не найти в гипермаркетах. В планах сделать такие магазины еще доступнее и открыть их в каждом районе города. Подробности далее. Этому магазину только 2 недели, он уже стал точкой притяжения для местных жителей. Чтобы продукция стала доступнее, птицефабрика «Боровская» начала активно развивать сеть фирменной торговли. На полках весь ассортимент птицефабрики – от яиц до мяса колбасных изделий. Здесь эксклюзивные продукты, которые не встретишь в гипермаркетах. У предприятия есть большие планы по развитию фирменной сети собственных магазинов, чтобы представленность нашей продукции была во всех районах города Тюмени. Птицефабрика «Боровская» представлена 6 торговыми точками в Тюмени и области, включая новую в торговом центре «Большая ярмарка». Покупатели предпочитают эти магазины, потому что уверены в свежести и качестве продукта. Нам нравится эта продукция, мы очень часто берем ее, и как бы качество соответствует. Здесь ассортимент всегда подскажет. Допустим, вот я сейчас не знала, какую выбрать продукцию, мне сразу же подсказали. И такая забота в каждом из фирменных магазинов, в том числе в уже полюбившемся на Михайловском рынке. Продукция попадает сюда прямо с фабрики в кратчайшие сроки. А это полный ассортимент, включая вкуснейшие колбасы, диетическое мясо и полезные яйца. Куриное мясо также представлено в ассортименте. Это вся разделка, тушка, фаршин. Из нашей курочки получается насыщенный, золотистый, полезный бульон. Всем рекомендую попробовать. Уже скоро эта продукция станет доступна для всех жителей Тюмени. В планах открыть такие магазины в каждом районе города. Анна Рабчук, Максим Плюхин, «Тюменское время».